каждая мать назвала бы его сыном. Любой из нас братом. Он живет в Нукус, в Каракалпаке. Тот человек, о котором хочу рассказать. Зовут его Аланиязу Даниязу. Он учитель. Есть в Каракалпаке и пословица: плыть желаешь, построй корабль из добрых дел. Каких? Больших и малых, но обязательно добрых. Немерены километры, пройденные по барханам, несчитаны дни и ночи, проведенные в поле. $250 центнеров с гектара здесь считалось рекордом. 1600 для этой бригады совхоза Нукус – обычное дело. И это в пустыне, в песках Кызылкумов. Аланияз Утыниязов. Это имя я слышал в Тахтакупыре и в Тигейлях, в Чимбае и в Хаджиили. И я пошел по его следам. Длинная получилась дорога, но я был рад, что свела меня судьба с человеком большого и горячего сердца. Многие получают диплом учителя, но жить с ним можно по-разному. Аланияз учит детей не только читать и переводить, он учит их жить, любить свой край, его людей, учит мечтать. S-E-A, especially at the sunrise. Потому что будущее его земли — это они, его ученики, и все для них, и море, и солнце тоже. You can have a chance to see big ships, marvelous blue sky and green water. Там, где побывал учитель Утыниязов, он везде оставил
добрую память о себе. Назвали его сыном старики Алпамысовы. Потеряли они на фронте сына, и Аланияс помог им построить новый дом. Строил, конечно, не один, с друзьями, с учениками-старшеклассниками. Еще один дом вырос в степном ауле. И у старого Багенеца в леспромхозе. И еще в двух домах справляли новоселье. Я шел по его дороге, видел дела его рук. Кто воспитал его, вырастил таким? Вспоминалась вся его жизнь. Прощание мальчика с отцом на станции, откуда на фронт отправлялись эшелоны. Бои на Волге, где погиб отец. В 12 лет стал кормильцем. На руках мать, сестра. Работал на ферме, учился в вечерней школе, что за 7 километров от дома, поступил в педагогический институт. Так кто же его воспитал? Наверное, все, с кем он прожил нелегкое детство, школьные учителя, товарищи, комсомол, они сейчас рядом. Учитель. Простое слово. Но емкое. Это не только класс, стопка ученических тетрадок, взятых домой. Не только кукурузное поле в свободное время, стройка в дни летних каникул. Это и томик Шекспира. Вот мудрости и красоты закон. А без него царили бы на свете безумие, старость до конца времен, и мир исчез бы в 6 десятилетий. Сорок лет назад в Каракалпакии не было своей письменности. Теперь учитель средней школы переводит Шекспира на свой родной язык. Вот и весь рассказ о каракалпакском комсомольце Аланиязе Утаниязове. Мне очень хочется, чтобы вы, как и я, полюбили его.